Дорогие друзья, разрешите вам кое-что показать. Мы находимся в городе Симсборо, штат Луизиана. Вот такая у них огромная территория. Посмотрите, как красиво, все в лесу сделано. Они занимаются всякими деревяшками, всякими древесными изделиями, которые изготавливаются из леса. Вроде бы все выглядит очень красиво, хорошая компания, да, такие знаки, все новенькое. Вот, а теперь посмотрите, куда они хотят загонять траки. Вот, этот док, это самый тесный док, в который я только когда-либо вставал. Посмотрите, как близко здесь стены. Посмотрите, вот здесь вот расстояние. Ну, навскидку, где-то около, может быть, в районе 3 дюймов здесь, с этой стороны. Сейчас мы обойдем с другой стороны, вы увидите, что там то же самое. То есть это я не встал близко к какой-либо из сторон. Посмотрите, здесь то же самое примерно. Ну вот я не знаю, какой идиот эти доки делал. То есть, скорее всего, это сделано для водителей флетбедов. Ну, там, всякого другого транспорта. Но для грузовиков эти доки очень неудобны, чтобы туда заезжать. Вот, нет никаких там светоотражающих элементов. Там сзади какая-то лампочка горит вот в самом конце трейлера, и все, и больше ничего нет. Вот, ну, в общем, достаточно узкий док. Справился я, но удовольствие, конечно, малоприятное. Ну что, пора выезжать из этого узкого дока. Сейчас попробуем аккуратненько это все сделать. Потому что заехать это как бы хорошо, но выехать тоже надо уметь. Давайте потихонечку будем двигаться. Ну, все-таки выезжать попроще, конечно, я не спорю. Но все равно нужно быть очень-очень осторожным. Я стараюсь максимально близко быть к левой стенке, потому что мне ее легче контролировать в зеркала заднего вида. Вот уже почти я выехал, и все, все, мы уже выехали на солнечный свет. Сейчас идем документы брать и будем готовы ехать дальше. Спасибо за внимание.